У каждого есть любимые лакомства, без которых мы не можем прожить и дня. А что, если еда нас тоже видит и слышит, любит и ненавидит? Наверное, чаще всего последнее. Эй, в чем дело? Мне здесь нечем дышать. Ну, наконец-то перерыв. Можно подкрепиться любимыми начос. О нет, только не это. Она это что, серьезно? Нам конец. Какая вкуснятина. Лучшее изобретение человечества. Она схватила меня. Схватила. Я еще так молод. За что? А запах. Просто чудо. Вкусные, хрустящие. Я съем все до последнего треугольничка. Вот это ролик. Что-то новенькое. Посмотрим. Ничего себе! Такого я еще не видела. Ну все, мы следующие. Она не оставит нас в покое. Что делать? Куда бежать? О нет, ты куда? Ну вот, стоило отвернуться. Потрясающе. Ну до чего смешно. Надо же. Только не это. Кажется, начос закончились так быстро. Даже не успела распробовать. Похоже, одна штучка все же осталась. Нет, убери руки. Тебе меня не поймать. Ну где же ты, хрустящий треугольник? Никак не поймаю. Иди-ка сюда. О, вот она. Просто объедение, нет слов. Ну вот и все. Остались только крошки. Хорошее быстро кончается. Жаль, было очень вкусно. Ого! Ну здорово же сыграл! Отличная сцена! Актерское мастерство на уровне! Хотя вот в этом моменте не хватило эмоций, но в целом неплохо. Ай да я! Ой, что за звук? Кажется, пора перекусить! Скоро желудок начнет петь серенады. А вот и Кайли с завтраком! Эй. Очень вовремя! Чарли, ты голоден? О, да! Что тут у нас? Ты просто прелесть, Кайли! Вареные яйца! Отлично! Ладно, ты пока ешь, а у меня есть дела. Приятного аппетита! Спасибо, Кайли! Ну-с, с чего бы начать? Нужно очистить яйца от скорлупы. Это просто! Используем ложку, чтобы пробить яичную броню. Ну, конечно, ложка! Как бы не так! Ха-ха! Спасибо за массаж! В чем дело? Оно крепкое, как яйцо динозавра. Ну что, справился? Слабак. Ничего не понимаю. Да. А что, если попробовать разбить скорлупу об стол? Ну ты и придумал. Потише. У меня кружится голова. Ну вот, другое дело. Теперь можно и поесть. Упс, кажется, моя жизнь дала трещину. Голова просто раскалывается. Ну и вандал. Разве так можно? Пора немного отдохнуть. Что тут у нас интересного? Что за ерунда? Как такое можно смотреть? Скукотища. А вот это подойдет. Последняя пара на земле. Кайли давно собиралась пересмотреть это видео. О, пицца. То, что нужно. Вкуснятина. Слушай, неплохое видео. Актеры, сюжет, просто огонь. Да, мне тоже нравится. Отличный ролик. Смотри, какое у него выражение лица. Это так забавно. А сейчас будет самое интересное. Мы очень долго это снимали. Очень здорово. Вы молодцы. Ой, я больше не могу сдерживаться. Столько эмоций. Ого, ничего себе. Этот эпизод такой романтичный. Я сейчас расплачусь. Вы такие милые. Ну вот, я плачу. Это выше моих сил. Как он мог тебя оставить? Как это грустно. Просто ужасно. Кайли, ты что, съела всю пиццу? Оставь мне кусочек. Ну ты чего? Испортил такой момент, Томас. Так нечестно. Еще и пиццу мою унес. В этом весь Томас. Сегодня будет вкусный и очень полезный ужин. В брокколи столько витаминов. Лане должно понравиться. А какой аромат. Просто чудо. Добрый день. Давно хотела новую прическу. Вы мне поможете? Я здесь именно для этого. Вы себя не узнаете. Я уже в предвкушении. Так-с, приступим. Вот это соцветие лишнее. Это, я думаю, тоже.
Здесь тоже можно немного убрать. Как вам ваша новая прическа? О, мне кажется, получилось великолепно. Полностью с вами согласна. Ну вот и все. Осталось добавить горошек. Хорошо, перемешаем. Кажется, начинается отличная тусовка. Люблю двигаться под хорошую музыку. Ритмичнее. Йоу! Вот это драйв. Лана, скорее ужинать. Все готово. Отлично. Я так проголодалась, уже бегу. О нет, мама, только не это. Ненавижу брокколи, ты же знаешь. Ну что поделать? Мне все же конфеты лопать. Успокойся, пожалуйста, и начинай ужин. Как это вообще можно есть? Бррр, гадость. О, привет! Приятного аппетита! О, брокколи! Держись от меня подальше! Да, это вообще съедобно! И почему вся полезная еда такая невкусная? О, горошек! Хоть что-то! Ну почему я? Меня же было совсем не видно! Брось меня, девочка! Я невкусный! Тост с маслом. Кофе то, что нужно. Ммм, какое свежее. Очень нежное. Ой, щекотно же. Потише. Аккуратнее. От щекотки умирают. Ой, не могу больше. Что ты делаешь? Перестань. Сейчас Кайли будет кушать. Сейчас ей будет очень вкусно. Нужно только намазать тостик. О, привет, я тебя ждала. Ты такая нежная, приятная на ощупь. С тобой так здорово. О нет, что я наделала? Мы падаем, держись, сейчас разобьемся. Это конец. Фух, кажется, живы. Я так рада, что ты со мной. Здорово, что мы вместе. И скорее всего, нас теперь не съедят. Ну все, бутерброд испорчен. Как обычно, упал маслом вниз. Придется есть коржик. Какое счастье для тоста с маслом. Правильное питание – залог здоровья. Но почему эта каша такая невкусная? О, это ужасно. Явно чего-то не хватает. Может, стоит хотя бы посолить? Ну, конечно. А где же соль? Добрый день, а вот и я. Приятно познакомиться. Я мистер Соль. Пришел вам помочь. Потанцуем. О, вы так галантны. Настоящий кавалер. А теперь за дело. Я сделаю вашу кашу невероятно вкусной. О нет, что-то пошло не так. Ну вот, что я наделала. Теперь ее вообще невозможно есть. О, как неловко. Я уронил свою шляпу. Кажется, мне пора. Ну что сегодня за день такой? Что может быть уютнее, чем провести вечер с интересной книгой? Только провести его со вкусной шоколадкой. Она еще и с орехами. Прелесть. Что? В чем дело? Всего один орех? О, спасибо, я на свободе. Здесь так прекрасно. О, что ты делаешь? Мне же больно. Эй, кто выключил свет? Я хочу на свободу. Да, не густо. Ну, что поделать? Перекус не удался. О, эта лапша такая ароматная. Так и хочется ее съесть. Скорее бы она остыла. Ну что, можно уже есть? О нет, еще слишком горячо. Так хочется есть. Ну сколько можно? Эй, давай быстрее. Я умру с голоду. Это невыносимо. Интересно, сколько лет мне еще тут лежать? И спать уже хочется. Пожалуй, отдохну. Эй, Кайли, проснись же. Я тебя жду. Что? Кто меня зовет? Здесь же нет никого. Я что, уже с лапшой разговариваю? Ну и приснится же. Надеюсь, она уже остыла. Ммм, эта лапша такая длинная и ароматная. Похоже, ей понравилась моя прическа. Я старалась. Ой, а что это? Кусочек зелени? Попробую. Эй, что ты наделала? Мой макияж. Ну нет, ерунда какая-то. И как это вообще едят?
Понравились наши скетчи про живую еду? А какое твое любимое лакомство? Напиши нам об этом в комментарии, и мы включим его в наш следующий ролик. И обязательно ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. На канале Трум-Трум-Вау!